еще не грянули морозы, а у нас уже и шелушение, и стянутость, и хочется что-то обязательно нанести, что-то такое очень увлажняющее, спасительное. Многие уже стали жаловаться, просили меня сделать такое видео. Также в любое время года, безотносительно, мы хотим, чтобы они у нас были гладкими и желательно пухленькими. Это не первое мое видео про губы, но теперь я делаю с поправкой на зимний сезон. Я вам покажу средства, которые закрывают все проблемы. И я уверена, что многие будут мне признательны. И приходите в Телеграм. Кто еще не подписан, подписывайтесь, нажимайте ссылку в верхнем комментарии. И завтра я выкладываю розыгрыш замечательного средства с ретинолом. Это ночной ретинол от By Wish Trend. Он действует и мягко, но при этом очень эффективный. Так что завтра будет полное описание его составом и с условиями розыгрыша. Я вас жду. Теперь про губы. Начало в уходе за губами – это отшелушивание. Но для меня это была самая неприятная и вредная процедура всегда. Дело в том, что абразивные частички в большинстве скрабов грубые. После них кожа становится более чувствительная и истонченная. Я пробовала люкс европейский, космецевтику, качественный масс-маркет. Все улетело в мусорную корзину, потому что с губами такое делать нельзя. Часто в скрабах, имейте в виду, в качестве абразивного элемента добавляют соль. А это очень иссушает, поэтому если у вас после скраба сушатся губы, посмотрите его состав. И при покупке всегда анализируйте на наличие вот этого вот компонента. И, наконец, я нашла тот, который решает все проблемы с шелушением и сухостью, при этом не нанося никакого вреда. Я считаю вот этот скраб от COSRX просто звездой этого бренда и надеюсь, что и для лица у них появятся новые потрясающие продукты. Дело в том, что это новинка и у него принципиально другая формула. В качестве абразива выступает сахар, но очень мелкого помола. И в паре с ним идет мед, который помогает существенно в деле отшелушивания. Они работают таким образом. Сахар сам по себе абразив и отшелушивает, а мед как бы захватывает все эти частички, и вместе они образуют такую густую пасту. Все это бережно, но качественно убирает все шелушения, в целом делают кожу гладкой. Масло ши также в составе есть, является густым и надежным увлажнителем. И чем мне нравится корейская косметика, они просто короли отшелушивания, и даже в скраб для губ добавили экстракт лимона. А это кислота, и как вы знаете, если давно меня смотрите, кислоты – это лучшие отшелушиватели. Правильно применять нужно так. Наносим небольшое количество, бережно массируем, не спеша, сильно не надавливая. Далее 1-2 минутки подержали и смываем теплой водой. Чтобы закрепить результат, наносим маску для губ. Преимущественно лучше это делать вечером. И на утро у вас тогда будут губы напитанные. Также появился еще один интересный формат в деле отшелушивания. И я впервые встречаюсь с подобным. Это пузырьковая пилинг-маска от TryMay. Наносим, затем ощущаем кислородное воздействие и щекотание. Интересная штука, но по инструкции нужно затем держать 10-15 минут. Постепенно он подсыхает и, по сути, становится скрабом. То есть в нем появляются абразивные частички. Вы убираете его с губ также теплой водой. Вот так и происходит отшелушивание. Губы сочные, наполненные, но ощущается сухость. Поэтому я считаю, нужно держать меньше. Самое главное мы получаем, когда лопаются пузырьки. Как только процесс будет завершен, сразу массируем и смываем. Далее наносим бальзам или что-то увлажняющее. Ночная маска для губ от TryMay. Лучшая после моей горячо любимой от Clarins. Совершенно не восковая. Содержит мощный питательный комплекс из масла органа, жожоба и ши. Также антиоксидантную группу. Экстракты тутовика, годжи, клубники, барбариса и валюфилин. Это компонент, получаемый из корня анемарены.
стимулирует синтез коллагена и накопление липидов, за счет чего увеличивает объем и плотность кожи, разглаживает мелкие морщинки, кожные заломы, повышает упругость и эластичность. В косметике для лица также можно его встретить. Текстура у маски пластичная, увлажняет мгновенно, и самое главное, она способна проникать в кожу, держаться долго, следовательно, ее действия хватает до утра. Еле уловимая ягодная отдушка, лучшая ночная маска после Clarins, даже лучше, потому что она более мягкая, пластичная и не слишком жирная по текстуре. Кто любит масла для губ? По сути, это даже бальзам, просто очень насыщенный маслами. Очень классная штука, выглядит на миллион, а стоит 500 рублей при этом. Масло оливковое, макадамии, камелии и жожоба. Камелия как раз придает текстуре дополнительную вязкость. И наносить очень удобно. Силиконовая лопаточка, очень гладкая по всей поверхности, гибкая, принимает форму наших губ. Флакон красивый, в скандинавском, я бы сказала, стиле, матовое стекло. Очень удобный формат, не содержит ароматизаторов и отдушек, соответственно, практически нет ничего вредного. Аналогом его по ощущениям и по составу я могу назвать вот этот бальзам от Farmstay. Он абсолютно работающий, никаких претензий у меня к нему нет. Я пробовала из этой серии еще с Синтеллой, но он много хуже. Выбирайте просто, что вам больше нравится, исходя из ощущений. Здесь такая интеллигентная упаковка, здесь она попроще. Это дело вкуса, конечно. Хочу показать вам еще бальзам. Он в составе содержит не только лечебные компоненты, но и пигмент. Он подходит как для ночного использования, достаточно увлажняющий, но поскольку губки благодаря ему становятся чуть ярче, то имеет смысл использовать его днем вместо помады. Я не могу сказать, что губы становятся прям розовыми, но они выглядят наполненными, гладкими и приобретают более яркий оттенок. Ну и самый удобный формат, это если говорить в корейском стиле супер церамидный стик, а по-нашему гигиеническая помада. Вы не представляете, сколько я их перепробовала за свою жизнь. Это самое правильное, не восковое, это самое главное. Хорошо ложится. Вообще линейка вот эта с церамидами у Холика очень эффективная. У меня вот такой церамидный мист дает хорошее такое глубокое увлажнение, не жирное. Поэтому помаду я взяла, особо не раздумывая. Вот этот отзыв полностью подтверждает мое ощущение. Я намеренно показала вам разные средства, отбирала лучшие в этом уходовом сегменте. Любое из них сделает ваши губки сочными и гладкими. Выбирайте либо то, что вам привычней по формату, либо что-то новое и пробуйте. Рекомендую приобрести что-то отшелушивающее и что-то увлажняющее. В паре это будет хороший уход. И имейте в виду, например, ночная маска, она подойдет и для дневного использования без проблем. Остались вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях или приходите в Telegram для более личного общения. Желаю всем удачи, всех однозначно целую и до новых встреч!